Եթե ասենք հանդիպություն ինչ-որ չկա եւ ինչ-որ ուժը կամ լասել են ինչ-որ ուժի կամ Եվ ազգային ժողովի նոր ընտրությունները խոսացին։ Нет, я не жду новых выборов в парламент. Я не понимаю, зачем они нужны партии власти. Зачем им это делать? Что им так плохо, что ли? Во-первых, значит, что касается такого жесткого авторитаризма, нет, не вижу я такой опасности, по крайней мере, сегодня. Мы же видим, почти все попытки выступать более-менее авторитарно у власти не очень получаются. Для того, чтобы ведь для авторитаризма тоже нужна организация, нужна иерархия, нужна жесткая идеология, нужно, чтобы для того, чтобы авторитарно действовать, нужны некоторые условия, которые потому, что мы видим, этих условий нет. Ну, ни одно дело не доведено до конца. Вот все те уголовные дела, которые открыты, они висят в воздухе некоторые уже больше, чем год. То есть на репрессивные методы нужна тоже определенная установка и определенная сила. А у нас такая конструкция, когда у нас слабая оппозиция, слабая власть. Да, вот они в таком сочетании, такая ситуация может продлиться очень долго. Вспомним себя Саксяна, да, она может так, таким образом долго существовать. Но серьезной опасности серьезного авторитаризма, такого как в Туркменистане, в Азербайджане, я не знаю, в странах вот такого типа, в Таджикистане, нет, я пока